Британский суд разрешил Бретту Кингу и его жене вывести больного раком сына на лечение в Чехию. Ранее родители были задержаны за то, что они самовольно забрали мальчика из больницы в Саутгемптоне. Медики сообщили об этом в полицию, утверждая, что без лечения жизнь пятилетнего Аши под угрозой. Семью объявили в международный розыск и нашли в Испании. Выяснилось, что родители хотели продать имеющуюся там недвижимость, а на вырученные деньги лечить сына методом протоновой терапии в Чехии, так как в Великобритании она не применяется. Протоновая терапия снижает риск подвергнуть облучению те клетки, которые не нужно разрушать. Протоновая терапия позволяет нацелиться конкретно на опухоль, говорит директор Центра протоновой терапии в Праге Ива Татунова. Супругов Кинг собирались обвинить в небрежном уходе за сыном и экстрадировать в Великобританию. Но после рассмотрения дела судьи пришли к выводу, что они невиновны. Лечение Аши в Центре протоновой терапии в Праге продлится около 5 недель и обойдется родителям 80 000 евро.